После сушки кофейные зерна еще перебираются вот таким вот способом. То есть отбирают дефектные зерна. Вот это нормальная уже кофейная. В общем-то, сегодня полно машин, которые делают это автоматически. Но вот в таких азиатских странах и более бедных странах все-таки используют ручную работу. Это на самом деле и дешевле. Плюс в Индонезии есть такая штучка определенная, вот именно с арабикой, центрально-суматорской. Она немножко меняет цвет, у нее такой синеватый цвет. Ну, разные есть там рассказы насчет того, что железа не хватает земли и так далее, возможно. Так вот, колорометрические машины, которые отбирают, вот делают то же самое, что они, но по цвету. Эти машины не могут определить такой цвет, вернее, определяют его ошибочно. Ну, и не очень хорошо работают именно на индонезийском кофе. Но в первую очередь, это, конечно, эконом-вариант отбора. Ну, и, честно говоря, человеческий глаз все равно сила. Вот так вот, пальчик выйдет.